Добрый день, друзья! Кто меня смотрит, кто следит за моей историей, тот знает, что я месяц катался на переднеприводной машине. Так как задний кардан, вот здесь ссылочки, кто не знает, кто не смотрел, посмотрите, как у меня оторвался задний кардан на покатушках. Так вот, едем сейчас в магазин покупать задний кардан. По гарантии у меня не получилось поставить. Рассказываю почему. Автомобиль купил 23 февраля 2019 года. Автомобиль произведен ноябрь 2018 года. Ну, я как думал, раз я... Ну, автомобиль ездил, я в Тольятти покупал. Раз я купил 23 февраля, значит, 2 года, как у них гарантия, то по 23 февраля 2021 года, то есть еще время есть, у меня все будет по гарантии. Приехал, стали смотреть, говорит, братан, а у тебя гарантия-то кончилась. Смысл? Те, кто мне продавал машины в Тольятти, ну, с площадок, они эти машины покупают, но в ПТС почему-то отметки нету. Когда я у них покупал, то есть я покупал не у официального дилера, вот это вот еще нюанс есть. Вот, ПТС, по ПТСу я первый человек, но в компьютерах у них стоит отметка, что автомобиль продан ноябрь 2018 года. То есть на данный момент февраль, то есть уже как 3 месяца гарантия кончилась. Вот это вот. Такая фишечка есть. Если вы покупаете у официального дилера, то когда купили, тогда и начинается отсчет вашей гарантии. Так что учтите, когда поедете там в Тольятти или куда-то там покупать, то что вот эти нюансы, они играют роль. Так вот, с покатушек приехал, они посмотрели, да, говорит, гарантийный случай. В документы залезли, все, гарантия кончилась. Поэтому автомобиль теперь я обслуживаю сам, со своего кармана, претензии только к самому себе, правильно? На данный момент едем в магазин, находится Автоград. Магазин находится на первом этаже, полный привод. Большой плюс этого магазина — огромный ассортимент. Ребята ездят сами на Нивах, сами участвуют в покатушках, поэтому они могут полноценно подсказать, чем пользуются. Практика у них большая. Люди приходят, но они общаются. Это не как я там 2 года владею, да? У ребят магазин давно и катаются они давно. И все про эти машины все знают. Поедем к ним, узнаем, какой лучше кардан купить. На шрусовых соединениях, как у меня был. На карданных соединениях. Разные фирмы есть. Какие лучше, какие хуже, я думаю, нам они подскажут. Ребята общаются, мне понравилось, я просто туда приезжал уже. Все объясняют. Не то, что в другие магазины некоторые приезжаешь, у продавцов интереса нету такого, чтобы вам все рассказать. Ну, сказал этот, бери это. Вот. А к этим ребятам у меня, как говорится, отношение положительное сложилось. Все, едем в полный привод, магазин, покупаем кардан. Потом едем в сервис, устанавливаем кардан, смотрим, как это все устанавливается. Как установим кардан, едем пробовать на покатушке. Все, погнали! Перед нами лежат 2 кардана. Шрусовые, которые сейчас очень хорошо и в моде. Очень хорошо помогают от вибрации. Первый кардан — это у нас город Сызрань, ЗАО кардан, устанавливается непосредственно с конвейера. Но у него, как некоторые встречались, есть небольшой недостаток. Непосредственно он всегда выходит непосредственно с задней части автомобиля из строя. То есть у нас непосредственно разбивается сам сепаратор, который установлен внутри гранаты. За счет того, что изменяется у нас задний мост, то есть это шеви, короткие, длинные нивы, все, что связано со словом нива, у нас не хватает угла атаки. Данную ошибку непосредственно исправил саратовский серп и молот. Все эту марку знают, все это дело слышали. Одно единственное, что они здесь изменили, это изменили пыльник, который стал у нас менее поврежденный, в отличие от этой старой гармошки, где у нас перерезаются гофра. Смазка вышла, вода попала, песок вышел из строя. Здесь все это дело сделали только один изгиб. Угол атаки у нас вполне очень большой, в отличие от этого.
изменения, вывешивание, диагонали. И даже если мы устанавливаем самоблокирующий дифференциал на заднюю ось, он это очень вполне держит. То есть живые люди, которые брали данный кардан, устанавливались непосредственно на как турбомоторы, то есть которые у нас возле армады любят покататься, то есть Жигуля, данная конструкция тоже у них работает исправно. Но как бы на данный момент я даю предпочтение больше все-таки саратовскому. Как бы заводской, если мы будем брать заводской кардан, он у нас хорошо будет работать непосредственно только в передней части автомобиля, где угол атаки у нас самый маленький и самый минимальный. И если данный кардан мы будем устанавливать в переднюю часть, то срок службы будет у него очень даже большой. Главное следить всегда за пыльником. То есть, если мы с вами поехали на покатушки, камни, ветки, овраги, здесь мы порвем пыльник, хоть он и полиуретановый, камни острые, кирпичи, все это дело разрывается. Здесь максимально что мы сделаем? Мы разломали пыльничек, пришли, 150 рублей, пыльник поменяли, одели, поехали дальше. Здесь если порвали, то есть пока ты до сервиса доехал, граната умерла. Понял, Аркадий. Так, но я покупать за каким приехал, какой вы мне посоветуете? За саратовским. Это серп и молот. Это серп и молот, саратовский, да. Примерная цена в вашем магазине, скажи. 5800. 5800. Да, то есть, если кто-то будет приходить из наших подписчиков, естественно, будет скидочка. Очень приятная. Как бы будет даже приятная покупка. Ладно, тогда беру этот кардан. Сейчас поеду установлю. И поеду кататься. Даже хоть он и шрусовый, балансировка все также присутствует. То есть можно, да, увидеть следы балансира, конечно, завод. Это вот эта вот балансировка, да? Да, вот она, небольшая напаечка, то есть непосредственно в этой части пошел дисбаланс, завод это дело у нас исправил. Но попадается непосредственно и как бы вот вторая часть дисбаланса. Есть моменты, когда попадается кардан и... То есть, если вы видите, где нету никакой-то наплавочки, то лично мой совет, как по жизненному опыту, лучше взять с балансиркой. Потому что даже мы колеса покупаем новые, все равно нам свинца там наклеивают. И редко-редко попадается кто-то что-то куда не наклеивает. Ну все, спасибо за информацию. Все. Хорошего дня. Да. Ну что, ребята, в принципе... Услышали консультацию, вот этим мне и понравился этот магазин. Полный привод 56, рынок Автоград. Приходите, кто от моего канала приходит, вам будет скидочка. Называйте Нива 007 Оренбург. В дальнейшем в этом магазине сейчас ведутся переговоры. Будет продаваться продукция от АВТ, от производителя АВТ. Вы можете здесь будете приобрести полуоси. Заказать здесь блокировки. Можете установить и заказать, опять же, разного преднатяга, я думаю. Вот. Но сейчас переговоры пройдут и будет все нормально. Обзор магазина вам сделал. Виталий, здесь кроме Нивы что еще? Запчасти есть. Газель, УАЗ. Газель, новое УАЗ. Направление. Мы, да, последний год его развиваем. Основные позиции такие завезли все. Движок, ходовая такие. Сейчас кузовщину потихоньку будем затягивать. Ну, основное направление — двигатель, ходовая коробка. Ну, я понял. Все, друзья. Про магазин рассказал. Данные магазина, номер телефона будет в описании. Переходите, звоните. Консультацию всегда получите полноценную про этот магазин. Ну, а мы... Едем, устанавливаем. Итак, побывали с вами в магазине «Полный привод». Купили кардан, серп и молот. Как мы поняли, что это самый оптимальный кардан. Едем в сервис устанавливать. Я думал, что машина грязная. Оказывается, вот для чего это все делается. На экспозицию автомобиль. Половина грязная, половина чистая. Тревел который. Вот, грязно, а там чистое будет.
меряем расстояние сразу. Серп и молот, трусовый кардан. Все, подходит, да? Нормально? Да, но здесь нюанс установки кардана, он сложноватый, чем на крестовинах. Здесь приходится отпускать и мост подавать, чтобы шлицы встали сюда. По-другому не получается. Никогда не ковыряйте там отвертками или чем-то. Или эту часть отпускаешь, он подается. Как лучше ставить кардан? Расскажи в двух словах-то. Проще здесь или мост отпускать? Здесь. Проще здесь, да? Ну давайте попробуем. Здесь отпустим. И попробуем поставить. Ты что, ставишь? Да, вот в этом-то и сложности установки кардана, если мост не сдвигаешь. Ну да, уже легче. Да, это нюанс проще. Обычно мост сдвигали. Вот из-за этих болтов не получается вставить его полноценно. Так что вот такой вариант возьмите на вооружение. В принципе, а здесь ничего не смещается, да? Ну, сейчас на место встанет. Просто на место встает и все. Да, и самое главное, гаечки ставьте новые, обязательно. Берите новые гаечки, старые не ставьте. Ну вот, в принципе, установку заднего кардана увидели. Вот, сердце молот. Все, сейчас выйдем, покатаемся, посмотрим. Установил задний кардан, выехал, метров 500 еду, чувствую, как-то она жестко едет. А по привычке-то на переднем приводе-то дифференциал-то у меня заблокированный был. Только сейчас понял, в чем причина у меня. То есть поворачиваю, чувствую, что колеса заблокированы. Представляете? Вот так вот привыкаешь на переднем приводе ездить и катаешься. Так, в принципе, после замены, не то что замена, а установки кардана, разницы я не слышу, не чувствую, вибрации нету. Установил задний кардан, серп и молот. В принципе, все. Что знал, показал. Ну вот, кардан установили. В принципе, несложно. Но есть, как видели, свои нюансы. То, что шпильки мешают устанавливать в пазы. А если кардан брать с крестовым соединением, он прям плотно приходит, просто болтами зажимаешь. Здесь нет. Ну все, теперь мы едем с вами. Друзья, ночной выезд у нас... Решили трассу проложить. Патриот. Я наконец-то кардан поставил. Наконец-то. Ну, ради этого и выехали проверить, как оно едет. Сейчас поедем трассу бить для покатушек на следующие выходные. У нас он сейчас он 0 плюс 1. Туман вообще стоит. Ночных вылазок у нас еще не было. Но попробуем. Патриот начнет бить, я за ним. И Женек сзади на трехдверке. Вон там едет. Так, друзья, смотрите. Снегоход накатал. И, естественно, мы здесь не можем проехать. А я вот там сверху где-то ехал. Нет, не получится. А там, получается, мы вдоль посадки далеко уедем. Ну ладно, то сейчас мы пробуем, сюда выезжаем и прием, да? Да, да, по целине. Давай, погнали, посмотрим. Что, пошел? Нет? Нет. Подъем, во-первых, и... Ну? Нет, ну смотри, ходом пошел. Все, нормально. Ну, ему надо тогда будет бить.
Ну, ему первому, да. Да, но мы по такому следу. Что ты забыл? Я не знаю, я, блин, могу и повиснуть там, блин, это. Так. Высокий у него лифт. Нормально. Ну что, я за ним еду? Ну что, вот вам и самоблоки. Отлично, отлично. Отлично. Что, попробуем его объехать? Для интереса. Давайте попробуем его объехать. Стоп. Глубоко. Блин, можем, можем. Давай потихонечку. Ух, там снега, блин. Все. Вот это да. Там, смотрите, что творится. Так, а меня почему-то вправо уносит. Надо мне попробовать выехать. Тут, а, получается, у нас перемет хороший и снега много. Все нормально. Ага, вон он как решил. Так. Ну, видно вам, да? Надеюсь. Отлично. Блин, я прям вот очень доволен. Так, первое. Идет, идет. То есть сейчас мы находимся, вот я стою непосредственно в яме. И будем... очень сложно мероприятие. Что-то мне кажется, глупая затея. А вообще прикольненько, ночью покататься. Ну, давай. Мотает и иду к машине. Ну вот, посмотрите здесь как. Красота моя стоит. Что-то светодиодные лампы эти, глюки что ли. Короче, не покупайте эти светодиодные лампы китайские, херня. Вот. Ух. Снега. Блин. Мне прям нравится. Мне прям очень нравится. Самоблоки. Вот реально прям классно. Сзади дерево. Ну что, туда попробуем? Я еду. Прям вообще красота. Что значит блокировочки, а? Песня. А, патриот сейчас. Ой, в самой низине стоит, в яме, и не получается. Здесь у нас вот Нива стравилась. Примерно сколько стравил? 0,8. И поехал, да, сразу? Поехал, вот. Я пока на двушечке катаюсь. О, за счет самоблока она у меня. Да, вот сейчас в горку разворачивался. Блин, самоблок, конечно, это прикольно, да? Я вот сам, тебе сказать, первый раз вот в такой ситуации, ну, да. И посмотреть вот. Ну, я прям очень доволен. Надо ставить, всем советовать надо самоблоки. Для таких покатушек они нужны. Нет, вот на данный момент мне прям очень понравилось. Так, что, надо дергать ехать? Наст, да? Вот ты стоишь. Вот. Патрик просто уперся Настом.
по колесо. Эти колеса. Ну да, света у меня нету, но назад у тебя тоже не едет. Сейчас раскачаем потихонечку. Ну мне что, подъезжать тебя дергать? Да пока нет, давай сейчас попробуем раскачать. Я хочу это задом туда на гору заскочить. Задницу легче. Может, его пошатать? Ну сейчас раскачаем. Вот здесь вот, смотри, что я нарыл просто. Да здесь ты жесть нарыл. По колено. Ну. Ладно, давай это, выезжать. Если нет, то я буду пробовать тебя дергать. Светка, да, это что такое? Да, я эту взял с такими. А, взял? А я в сандалиях что-то сапоги не обул. Думал мы с тобой, я думал мы по-быстрому. Вот я и про этот мотор тебе и говорил. Вот, короче, поднимаешься вверх, и потом оттуда уходишь в обратную сторону. И там очень сложный маршрут, интересный. Сейчас чуть-чуть покачаем. Мне кажется, это... У тебя вообще никак он мертвый стоит. Не-не-не. Сейчас раздуем. Пока шевелится, можно бороться. Ты знаешь, мне кажется, надо тебя дергать. Ты сейчас накопаешь, ты на пузо сядешь, и мы тебя вообще не вообще выдернем. Не сдернем, да? Вопрос в том, что ну, я жопы подъеду, но с динамкой. Я свою динамку, я же купил динамку. Я по чуть-чуть, у меня там, по-моему, 10-метровый лежит. А вот тогда. Задом сюда, прямо вот по этой крыле подъезжай, дотянется же. А, вот сюда? Да. Да, ну все, тогда растягиваем трассы. Ну. Все, погнали тогда. Все. Нива будет дергать у вас патриот. Сейчас достанем динамочки, трассы и будем. Вот я сейчас мы... Это у меня... Видан, давай подъезжай, сейчас мы тебя будем дергать. Подъезжай, сейчас дернем тебя. Так, ну все, тяни. А там, я не знаю, 20 метров у меня вот. Ну если у него шакл есть, еще мой 6-метровый. Ну да. Тяни пока. Они все динамические, да? Это да. Маловато, наверное. Все, стоп. Вот у нас получится патриот-то дернуть. А там места мне хватит для разгона? А? Места для разгона хватит? Да, еще можно лежать. Давай. Давай, я тяну. Бля, едет, едет. Так, надо Федану рацию или как с ним? Давай, готов. Жень, бросай. Чё, нет, не идет? Нет, это нет. Тогда копаем. Сейчас дергать больше не буду. Попробуем впереди Ниву проехать. Просто интересно. Потихонечку. Вот вам и Нива Урбан. Блоки решают. Вот хоть что говорите. А ВТ-шные блоки решают. Сказка. Тоже самый автомобиль Нива Бронто, который называется. Вот он есть. Нива Бронто, только за меньшие деньги. Просто едет. Я всегда беспокоился за бампер, что он низкий. Ну, как видите, вполне хватает. Динамкой дергали. Ну, метров, наверное, 10 проехали. И патриот уперся в наст. Вот сейчас человек откапывает. И еще раз дернем. Но ему осталось-то вот проехать до меня. В принципе, тут метров 10. Ну, показывайте, Александр, трассы. Да, ну и, трассы реально, конечно. Незаменимые в таких условиях. Да, трассы надо, надо. Вот что держишь, вот. Вот, вот, ладно, сейчас. Для снегохода сразу, что. Слушай, а патриот сколько весит-то? 200? Ну тяжелый, прям его дергаешь, чувствуется, что... Тяжелый, да, он еще там есть. Вес, он еще уперся, это как стену дергаю просто. Ну да, осталось, в принципе, немножко.
Так, ну что, патриот нас получилось вытащить. Сейчас они трассы смотают и поедем. Я поеду первый. Ох, снег. Да, все, нормально. Сматываем трассы. О, хорошо. Не спешим. Вот так вот мы провели время. Собрались вообще спонтанно. Как говорил, есть группа у меня. Полный привод, 56. Нас там на данный момент, по-моему, 210 человек. Все любители покататься, как говорится, колеса руля. Написал, говорю, кто, у кого есть возможность, прям вот за дом выехали. Тут снег, ну, в основном на снегоходах катаются, ну, и мы иногда вот так вот накатываем. Ребята согласились, а дайте, говорит, часок скатнем. Вот, прокатнулись, показал. Вот сейчас я на данном моменте в реале показал, что сама в Локи это хорошо. Сам непосредственно первый раз, можно сказать, вот в такой снег залез. И я прям был приятно удивлен. Ну все, наверное, видео будет заканчивать. Не судите строго. Не знаю, какое качество картинки будет. Вот. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосы. Мне это помогает в продвижении моего канала. Вот. Пишите обязательно комментарии. Комментарии о чем? Я езжу на липучке Nokian. Так. Nokian у меня. Ну, липучка. Не какая-то там, не грязевая. Обычная, простая трассовая резина. Но мне нравится. И по городу. И вот на данный момент я с вами прокатнулся. Если бы я, конечно, подсел, я бы стравился до единицы. Посмотреть разницу. Вот Евгений на Ниве. Сначала на накачанных у него не получилось ехать. Говорит, стравился. И, видите, стал подъезжать смена, смело. А если на самоблоках стравиться, я думаю, тоже будет эффект хороший. Все, пока-пока. Всем мира. Жду комментарий. Жду подписку. Все, пока. Thank you.